Всем привет! Приветствую вас на канале «Поедем, поудим», друзья! Всем огромное спасибо, кто пришел от Сани, и не от Сани тоже. Набирает просмотров у меня там короткое видео, снято вертикально, тиктоковский формат, как живут немцы. Ну и, в общем, значит, буду продолжать снимать или совмещать съемку, рыбалку с покатухами. Ну, в принципе, изначально канал был так и задуман. Поедем, поудим. Это, блин, по всем правилам киносъемки снимать нужно от солнца, но просто, или, наверное, из-за того, что я ношу контактные линзы, я не могу на солнце глаза открыть. Только что прошел ливень, прямо сейчас пришлось даже в машине переждать. Это чудо, бегало на улице во время дождя, не мог я его в машину загнать, но в самом конце все-таки залез. Сегодня суббота, 15-е, и как часто бывает, привезли мне его нянькаться, дети пошли в ресторан. Кстати, у нас во многие рестораны можно с собаками, но они пошли на какой-то там, где открытая... такая площадка с мясом, и там с собаками, естественно, нельзя. Ну, в общем, будем пробовать. Привез я себе из Карелии несколько блесен, не зацепляек. У нас почему-то я их не мог купить, но они фирму, конечно, нужно было прочитать сначала. Я не знаю, фирма какая-то импортная. Ну, у нас я почему-то их не встречал, хотя у нас два рыболовных магазина. Немножко ветрено, будет шуметь. Так что пробуем. Камеру выравниваем. И делаем первый заброс. Ты можешь плавать, ты же за мной заплывала уже. Но я не ухожу никуда, я тут. И что это было? Понял, и не услышал, куда блесна упала. Блин, видимо, перетерся шнур. Не могу сейчас на камере просмотреть, потому как экшн камера, куда блесна упала.
Я же даже и не услышал, как она плюхнулась где-то, блин. На траве, наверное. Ладно. Перезаряжаем. Так, друзья, еще пару забросов и сваливаем. Тут что-то надвигается сзади. Вот так, наверное, лучше будет. Фермер сейчас привез коров. Новую расу какую-то, итальянскую. Пришлось машину перегнать. Ну, в общем, пару забросов еще и поедем. Собаку прогуляли. Травка вкусная? Вкусная травка? Да. Что-то там надвигается. Не ходи туда, не ходи. Там уже ток подключенный. Шарабахнет тебя, будешь знать. Знакомятся, видимо, коровы. Эти новенькие. Те их видят и оржут сюда им. Главное, под этим деревом Саня часто ловит щуку на живца. Но вот почему она на железо не хочет? Ладно, все. Суббота, поедем пиво пить. Время 8:30, я думаю. Может, даже уже и 9 вечера. Ну, в общем, для тех, кто подписался на шортик «Как живут немцы в деревне», сейчас заеду в деревюшку, прям тут рядом деревня. И прокатимся. В общем, всем удачи и пока. До встречи на воде. Так, сейчас тебя я на поводок. Или ты так меня слушаешься? Пойдем еще коров покажем. Где? А, недалеко. Зума нет. В общем, раса такая интересная какая-то. Итальянская. Какие-то там. Не ходи. Ладно, все, едем. Вот так у нас живут фермеры за населенными пунктами. Ну, а мы сейчас прокатимся по деревне. Название деревни и какие улицы будут попадать в кадр, я заретушу, потому как частную собственность в Германии снимать можно, но
ничего не должно привести к этой частной собственности, ничего не должно быть видно. Проводят у нас здесь быстрый интернет, светопроводной. Везде, вся Германия сейчас перекапана, отстали они в этом плане. Ну а в основном, в общем, деревни в Германии полностью газифицированы. И с центральной канализацией, естественно же. Не знаю, почему вызвало это такой негатив в комментариях. Я вроде бы ничего такого не сказал и ничего не придумал. Как есть. Это тоже старенькая деревня. Это, видимо, видно по домам. Так как уже поздно вечером, вполне возможно. Но яркость я смогу добавить, конечно же. Чуть сделать все посветлее. Старые домики видим. Вот, а в шведских деревнях я недавно был, для тех, кто на канале буквально только вот подписался, недавно был в Карелии, ехал через Швецию. В общем, я из Карелии поехал тоже в Норвегию, прокатился по нескольким шведским деревням. В финские деревни я не заезжал. Норвежские тоже, только так, проездом. Но, в общем, шведские деревни, меня удивило, что нету вот этих вот клумб и цветов. Так, здесь мы уже в тупике. Вот это вот. Вот этого вот нету в шведских деревнях. Растений возле дома. Блин, не знаю, как сказать правильно. Просто газон, да, травка вокруг дома, никаких заборов, ничего. Сейчас повернем еще вправо немножко и поедем домой. Ничего мы не поймали с тобой, да, дружище? А здесь тоже, наверное, тупик. Что у вас такие тупиковые? Ну, деревушечка совсем маленькая, конечно. Тупиковые улицы все. Ладненько. Здесь, наверное, можно еще вправо повернуть. Так, там тоже тупик. Ну, я думаю, этого и достаточно будет. Примерно везде все одинаково. Не буду еще один тупик заезжать. А то это может уже вызвать подозрение. Скажут, чего тут катается. Хотя вон там справа, кстати, новый район, видимо, уже не такая старая асфальтированная дорога, а брусчаточка. Ну, я теперь возвращаться уже не буду. В общем, друзья, всем удачи и пока.